что ж, здрасте, мальчики и девочки. Мы сегодня, я надеюсь, закончим с мертвыми. Вы что сбрасываете, сударь? Я только подбежал. Здрасте. Надеюсь, мы сегодня закончим с этим мертвым дедом. Да пустые надежды. Блин, после этого гудыта я никак не отойду. Уля. Сколько нам? Как вообще? Что говорят? Сколько там осталось-то до нашей полной победы? Ну видишь, мне просто в прошлый раз меня выбил из колеи очень сильно. По понятным причинам, я думаю. Он просто был настолько, ну блин, неожиданным для меня. Этот поворот? Да. Мы себе давали слово. Ну ты понял дальше. Да, да. А ребята, в итоге как получилось, что... Кажется, все-таки ты еще не пришел в ночь. Да, сегодня вас ждут уникальные диалоги. Диалоги и монологи, назовем их так. Нажмите любую клавишу, чтобы продолжить. Нажал. Ты уже зашел в игру, что ли? Да. А что тянуть? А почему ты меня предупредил, что ли? Я смотрю, ты стримить начинаешь, думаю, мало ли там задержка какая-то. Ой. Нет, все по плану. Какая задержка? Все норм. Доброго времени суток, товарищи. Пора делать ваши ставки, допродут ли они сегодня или нет. Ну, я надеюсь, может быть, даже мы будем сегодня биться до последнего за нашу победу. Ты уверен? Ты в этом уверен? Может, мне тогда сходить в туалет? Может быть и нет. Да нет, я сходишь в туалет прямо. По ходу дела. Отличный план. Мне нравится. Как в Саус Парке, знаешь, мэм! Мим! Туалет! Так. Твич пошел. Туалет? Пошел, Твич. Ребят, давайте нас немножечко откалибруем по громкости. Калибровочка, калибруля. Альтабность, чтобы громкость игры нормально понизит. Что у тебя сегодня было интересного больше? Скажи, победу нам. Ничего! Сначала мне уже нравится, значит, что-то было. Да что-то было, да? Так. Проблемы местного масштаба. Слил два промоушена. Короче, два BO3 слил. Благодаря пацанам нормальным. Нет. Там BO3 нужно выиграть, чтобы пройти в следующую лигу. Угадай, где. Погоди, не подсказывай. Я думаю, в этой... связки из трех букв, из трех символов, да, наверняка посередине есть дырка. Цифра 2, и перед ними СК, да? Нет, там три буквы, посередине дырка. Это загадка, как АИБ сидели на трубе. Ну блин, понял, я никогда не был силен на них. Ну, в какой игре я сейчас? В Dead Space. Очень много. Ну сейчас, да, тут трудно с тобой поспорить. Ты оверлей убрал или... А, да, убрал. Я уже все нахрен убрал. Так. Я просто жду приглашения, как бы. Сейчас я игру разверну. Разворачивай. 66%. Мы никогда ее не пройдем в СП. Что-то мне не нравится 66%. Подожди, а мы разве не больше прошли? Прошло. Прикинь, не сохранил. Я пару тогда. Да нафиг это кауп на месте, сразу просто кидаем. Так, создать частную. Загрузить последнее сохранение или продолжить историю? Я все время... Я думаю, сохранение последнее, потому что если ты же выходил и сохраняешь, поэтому... К утру по Москве пройдет. Спасибо, ребят. К утру по Москве у меня уже будет день в Новосибе. Я что, совсем не спать мне, что ли? Не, ну... Вов, точно, Бонич. Вов, ты же в Вове у нас в рейды ходишь постоянно. Слушай, а у меня не загружается Origin, тупит. Ну, то есть я... В смысле? Не могу у тебя найти. В игре там, в игре-то в игре, но... Не могу тебя пригласить, у меня поиск такой идет. Ну вот, добавить друга, а в списке друзей идет такой длинный поиск, это загрузка идет. Друзей нет. Так, давай ты меня не будешь пугать. Ну, вот, ты сам в игре вообще? Да. Я хочу, я тебе отправлю сообщение. Так, хрен, я тебе не буду даже писать, я сам присоединюсь. Ошибка подключения к игре, что за... Вот, я тебе об этом... А, не, я вот он, смотри, привет. Ты нашелся? Я сам зашел, короче. Что за бред? Я даже тебя не спрашивал. Начать новую игру, да?
Просто странно. А ты у меня, короче, в списке. Ты у меня в списке просто не находился. То есть у меня такой значок загрузки идет, и все. Это мы где? Это мы что? Это мы как? Это все норм? Нет. Это очень не норм. Вообще не норм. Не-не-не-не-не, подожди, мы же здесь сохранялись, да, ты вспомни, мы уже здесь были, помнишь? Следуйте археологический склад. БСП, это норм. Мы норм? После окей. Твоих приходов мы сюда пришли, и я еще сказал, что я мы здесь были. Запомнил. Ну, можно посмотреть сейчас концовку. Ну, просто видишь, в том, я вижу вот солдатика здесь, а обычно солдатик, как бы, это у меня припадок начался. Что это? Что? И меня тоже это интересует. Нет, это не норм БСП. Так я же тебе говорил, что как бы это ерунда, то есть... Давай попробуем продолжить с последней истории. Или у тебя уже перезаписалось? Не просто знаю. На самом деле это как бы не обязательная кооп-миссия. Мы можем ее послать к чертям, и я предлагаю так и сделать. Какого хрена? Ну, я... Помнишь, не я программировал эту игру, как бы претензии ко мне... Что мы сейчас нажмем? Процесс игры? Какой процесс игры? Такой нет кнопки, Бонни, что ты... Как мне выйти из игры так, чтобы не сохраняться? Вот тогда, да? Ты можешь... Давай, да, в любом случае, как бы мы вернемся к этому моменту. Давай попробуй и начни с последнего момента истории. Сейчас я сохраню и выйду, и начну с этого момента, я уверен. Ну, ты главное выбери не последнее сохранение, а историю. Алло. Да. Прием. Какие там нехорошие люди. Му-му, да. Да-да, совершенно не хорошие люди это все придумали. Вообще не говори. Это уж в шоке. Нет, ну это просто подстава. Как можно так? Я у меня прозрачный БСП, я... О, приглашает вас сыграть. Я, конечно же, присоединился. Нет, ну это какой-то толстый троллинг игроков. Вот так взять и не сохранить пройденный давай. Отрезок. Ну, говорю, если сейчас повторится то же самое, просто ее кидаем нафиг и идем дальше по сценарию основному. Да. Да солдата давай. Видишь? Да, вижу. Вижу солдата. Ты тоже видишь солдата? Да. Как, почему ты-то видишь солдата? Не знаю. Ну ты, и хрен ты не хочешь от наркоманов отбиваться? Что ты делаешь? Ты не хочешь попробовать еще разочек? Нет, я могу, конечно, без проблем, на самом деле, то есть там сложность была в том, что... А что мы там получили-то за это? Да, ни хрена, какую-то там схему чего-то, как бы, и все. Схему? Да, там модернизации, цепь модернизации, ну, блин, большое дело, ради этого я там 500 часов просто запилил этот маркер, релиз, как видишь. Поэтому забей, просто идем в отсек геологии дальше, и ты уже... Уля-ля, а куда нам? А, ну туда. Потому что да, правильно, отсек геологии. О, все. Давай, Бонич. Олежа. Мы же и казармы осмотрели. И видения расследовали, правда? Помнишь? Ну мы просто... Не, казармы жнецов мы не осматривали. Смотрели. Мы кучу дропа там нашли разного. Бонич, просто это миссии тут одинаковые практически. Все бонусные. Просто даже забыть. Давай. Уроды. Панюр, давай пойдем. Доп-миссию. Зачем доп-миссию мы проходили? Включить предыдущий стрим. Ребят, мы проходили ее уже. Понимаете, то, что она не сохранилась, это проблема мозгов создателей игры. Ну или оригинальная, я не знаю, как виноват в этом. Причем эта миссия довольно геморная. Ну то есть мне это было пофигу, а вот БСП там страдал по полной. Да, у меня... Я начал видеть Иисуса после... Просто мы можем, конечно, ее пройти, но на это может уйти еще час игры. Да, давайте это просто лишнее. И напарник мой снова тронется рассудком. Мы только-только его подлечили галоперидольчиком. Чё? Как бы клин клином можно шептать, но...
Не, ну, конечно, можем БСП, чё. Слушай, а мы же здесь тоже были, БСП. Нет, Бонич, здесь мне бы закоулков таких одинаковых миллион. Чё-то мне... Вот меня смущает 66%. Мы проходили, вдруг 60%. Представь теперь такую тему. Мы каждый день проходим и каждый день начинаем 66%. День сурка? Да-да-да. По дедспейсовски? Я буду Джеймсом Белучи. Ой, Белуши. Белучи. Белучи. Моника. Моника Белучи будешь. Пойдем. Я не хочу быть Моникой. Такая Белуччи. Чушь, конечно, вообще. Ну как, ну. Я не против быть с Моникой Белучи, но ей быть я не хочу. Нет, я точно помню это место БСП. Бонич, ты бредишь. Нет. Вон эта доска для розыска. Точно, точно. Какая доска, что? Я тебе говорю, там вот эта вот доска объявлений какая-то, я ее видел. По-моему, видение начинается у меня, БСП. Да, Бонич, по-моему, ты тоже начинаешь. Деревья шатаются по звукам. Ёб! Я туда не пойду! Ты видел эту рожу? Бонич, хватит, у вас с Майкером тут какая-то болезнь винокура начинается. То он... А, ёб, ап, оп, и теперь ты туда же. БСП, вот там кто-то есть! Серьезно, что удалось делать подсказку? Как ты для сердечка? А ты не можешь подхилить меня, малёха? Покоцали чуть-чуть. Я могу тебе дать как бы течку. Дай мне лучше что-нибудь персенчика, может быть, новопосита. Там их много БСП. И сразу же моментально начинаем. Вообще забей. Давай же так не говорим, ребят. О, сзади, скотина! А чё, ты умер? Зачем? Чё, я умер? Да так, время пришло, мне кажется, знаешь, я начал... Время пришло? Я начал чувствовать это. My fucking god. Блин, я роботов выпускать не пойду больше. Я пойду. Серьёзно, ты издеваешься, робот? Куда пойдем? Туда? Нет, там роботов просто мы ходили выпускать, ну ладно, окей, блин, с ними. Нет, ну нам нужны ресурсы же. Будешь, ну черта, чтобы собрать... Какой нахрен мы здесь, их не выпускали, БСП! Да не, здесь мы их выпускали, потому что я не знаю, куда ты побежал. Пойдем потом выпустим, давай завалим всех, потом выпустим. А какое у меня второе оружие-то? Хреновое у тебя второе, а у меня? Ну, а, это супер удар? Ну давай я агри, чё. Ну агри, отходи назад. Аккуратно, их может быть два. Что ты орёт? БСП, они могут сзади обходить. Господи, какие же они страшные. Парак, ты бежишь. Что там размикрил? Угу. Размикрил изи вообще. Вот и все, а ты боялся. Пойдем роботов выпустим. Пойдем. Любитель выпускания роботов. Ну пойдем. Это же так весело! Выпускать роботов. Роботы. Чувствую, как бы... сегодня ты будешь 20 за... Позабыты хлопоты. 21 век. Вкалывают роботы. А я не могу, кстати, робота теперь выпустить. Ай, человек. Как это не можешь? Можешь. Не знаю, я посчитал, что я тут уже был тогда. Ты можешь тут... То есть мы выпускали в прошлый раз здесь, но как бы после того, как мы гуфаемся, они просто не выпускаются. У тебя? Да. То есть ты молодец, конечно, а я вот не могу теперь выпускать ничего. Странно, да? Ну, очередной баг какой-то. Забаговали игру. Вообще. Багуны. Кошмар какой. Сплошные дыры. Нужно написать... Так, в общем,
как в это можно играть? А зачем мы вообще бежали? Нам не в ту сторону. Надо написать в Blizzard, мне кажется. Бонич, какого черта у тебя выбрана кооп миссия? Чё? А что надо выбрать? Ну, геология, зачем нам кооп миссия-то? Или ты, у тебя подсознание как-то работает по-другому немножко? Обследуйте археологические. Нет, геология, задачи. Зачем бонус миссии ты выбрал? А, то есть мы прошли уже? Кооп миссию? Кооп миссию мы не будем проходить, мы ее проходили на прошлом стриме. Я второй раз не хочу в нее играть просто. Подожди, я выбрал. Выбрал. Я вижу, потому что сейчас куда надо показывает маяк. Странно. Странно все это вообще. Я говорю, у тебя как бы возможно следует сходить как бы к специалисту и проконсультироваться по этому поводу. А может обследуем твои видения, БСП? Зачем? Там нет ничего такого, чего бы я жаждал. Сюжет там ничего с нами не произойдет, да? Нет. Там говорю, то есть, кому интересно, посмотрите запись предыдущей части, там же все от моего лица даже увидите, что там происходит. Сектор clear на барабане. Что-то мне не нравится это место. Чем обычное место? Постапокалиптическое. Что-то тут. Ну, кровища много, правда, да. Ну, я слышу звук робота. Стрелять, правда. Назад, БСП, назад. Давай, беги. Пилите, шура, пилите. У меня немножко не осталось хп. Не волнуйся, там инвалиды спасли. Теперь у меня совсем не осталось хп. Понич, как так? Зачем тогда вперед меня-то идешь? Ты больной такой. Там та птичка была. Вот так вот. Это 2-0. Ты же понимаешь, что это 2-0? Да, я снова проиграл промоут. Давай, я, говорит, стой там. Я буду отстреливать их. Куда она вылезла? Она с тебя вылезла? Слева, слева. Так, ты держишь право или лево? Просто ее возьмешь. Старый добрый пилорез. Слушай, ну ее нигде нет. Может быть, она ушла? По делам? Эй! Руку отрубил, тебя сразу поползла. Ты же понимаешь, что это еще не все? Подлечиться. У меня полный хп вообще. Так, он там трое, просто не знаю, спасибо, здорово. Сзади. Господи, хватит меня. Опкать-то, ё-моё. Ой. Да, он. Господи, он не хочет с нами общаться. У меня аптечек не будет. Я вас не было. Поздравляю. У меня их и не было. Рамсай, гниду. Все, кажется, это окончательная победа, нет?
Вроде да, музыка спокойненько пошла. Шопен? Да, именно. Революционный этюд. Оно мне спокойное, еще и громкое, подожди. Со спокойной я еще готов мириться, но... 60, мало изменилось, что? Так, ты будешь выпускать там робот? Где? Робот? Вон. О, лапочки. Ням. Вкалываю трое. Ты зацепила, да? Это ты пел, да? Спокойно. Спокойно, Сережа. Не пой моя песня. Пой мою песню. Ты можешь даже устроить стрим. Петь на заявку. Да, уже до видео. Классно, это классная идея. Айзек, ты можешь подтвердить, что сама природа человека заставила нас создавать красные беды? Идите в жопу. Я даже не хочу это переводить. Ну, опять какой-то бред сумасшедший. Какая жесть нас... жесть нас. Жесть часть нас. А на какой моменте ты остановился? На моменте иди ты в жопу. Хорошо. Красные обелиски — копии, собранные по образу и подобию оригинала. Они также часть нас, как и наша родная планета. А может, даже и больше. Нам доведена своя революционная вселенная. Айзек, вот вывод, который ты так упорно не хочешь принять. Я хочу принять. Все, я согласен, чувак. Можешь заткнуться? Я уже согласен, что красные обелиски — это наша планета. Ледяные такие. Стены. Что, будем? Вообще, мне надо аптечек крафтить. У меня куча... Вообще да, у меня тоже куча. Стазис батареи, а вот аптечек не два. Сплошные кучи, аптечек нет. Пилорез. Так, что-то появилось новенькое. Что новенькое? Кто озвучил мурлоков? В смысле, вы о чем, ребят? Почему это мурлоки? Что-то. Я что-то пропустил. Лежит. Ой. Вкалывают роботы. Успокойся. Чертежи, да? Посмотрим, что появилось новенького. Самодельный чертеж. Класс. Я бы не доверял твоим самодельным чертежам. Винтовка с автоприцелом без нижнего блока. Может, ее захреначить. Все равно я с этой хренью не пользуюсь. С другой стороны, помнишь, как он классно рубил? Поставь пилорез, чтобы у нас два пилореза было. Не-не-не, я буду рубить все-таки пока что. Понятно. Пока черную дыру не скрафчу себе. А у черной дыры вообще нет... Блин, клево, черная дыра. Пулемет с усиленным стазисом и силовой пистолет предназначен для замедления врага каждым выстрелом. Ущерба 0, но зато охрененно быстро стреляет. Ущерба 0, но зато и нет ничего после этого. Да. Просто ущерба 0. Собака без зубов не кусается, но засасывает насмерть. Что есть? Comedy Club, что ли? Очень похоже на их тему какую-то. Это на заборе, это анекдот какой-то, что... Чувак написал у себя на заборе: «Осторожно, смотри, злая собака». Да? Ему кто-то подписал без зубов. Он такой, недолго думая, дописал. Не кусается, засасывает насмерть. Так, аптечка средняя. А что нужно для этого? Соматический гель. Ну давай. У тебя соматического геля, судя, как ресурсов в Варкрафте. Я только не пойму, а что еще из этого геля можно сделать? Можешь им намазаться и... Волосы могу прилизать. Возьми лыжную мазь. Юрий Джон стайл, знаешь, чёрт. Такой. Я могу устроить стрим, как при помощи соматического геля сделать модные прически. Я модные прически. Смотрел, я знаю. Все вы смотрели Юрия Джона. Я честно скажу. Я про него знаю только из ваших рассказов. Из гостевого аккаунта точно смотрели. Ну точно. Какая вкусная нутелла. Слишком сладко. У тебя есть? Есть что по валам, Бонич? Почем? По валам торсион. С валом вал полный вообще. Понятно, ладно. А нам нужен он, да? У меня просто два запасных есть. У меня было скрафтить. Станина FGAF у нас есть. Компактно. FGAF? Это очень-очень. Очень хорошо. Не, мы могли бы с тобой классно в коопе работать, когда
Я бы, например, с помощью этой пукалки замедлял бы всех мобов, а ты бы их расстреливал. А. То есть тебе на дамаг, а мне на... То есть, если что, выспанно, почему ты не убиваешь никого, да? Да. Они ведь все замедлены. Я же их станет и должен убивать. Ну, это для особых случаев. Например, у нас из узкого прохода лезут тысячи их. Это будет интересная тема. Тысячи тварей. Что? Ну что ж, друзья. Ну вот, собственно, до конца стрима мы и будем проходить этот момент. Что мне с ним? Давай, ладно, решай эту голову. Я как бы... Я проверил. Семь раз отмерь, один отрежь, не для боевого. Я проверил, насколько серьезные их намерения. Да ладно, что, прям все сначала? Вот бой, заново красить аптечки придется. Спасибо большое. Ну там были аптечки, бы если не парься. Ну что, нет, давай. ВСП, я застрял. ВСП, я... ВСП, тебе не очень понравится, в какой позе я застрял? Я думаю, все понравится, если мы не умрем. Включи мой стрим. Почему ты застрял? Знаешь, такое ощущение, что мы просто с тобой обнимаемся на холоде. Хочешь сказать, ты не можешь назад выйти? Да, я не могу ничего сделать. Здесь холодно, вот я. Стой я теперь, здесь холодно, я согрею тебя. Вот видишь, как только напомнил про гель и волосы, тут же. Шутки после 11 уже. Уже встрял в неприятном положении. БСП, ну что делать? Я реально не могу. О, слава богу. Отпустила. Горбатый космос, назовем его. Горбатый космос. Так, средняя птичка. Значит, больше мы не прыгаем на эту хрень. Потому что я забыл, что это... Мы? Это слово «мы» тут вообще ни разу не сказал. Как там, на C садится, на X, на Z? На X садится, на... Иди от меня. А мы не сможем как-то присесть под этим лазером? Я... Нет, если... Совсем будет туго с решением, конечно, я могу, но чарджиться на лазеры не сам шевелить это. То есть этот трюк не работает, да? Да. Блин, зря мы аптечки крафтили. Их миллион, смотри. Фига не миллион, они одна не будут сейчас. Иголф! Иголф, станина! Дурсгав. Ну и гуф это в принципе возможно. Ну, слушай, давай повнимательнее. А что повнимательнее? Там нужно что-то. Что мы можем? Мы можем вот так вот сделать. А, назад, ко мне. А можно как-то остановить ее вот так позже? А там дверь была с другой стороны. Не доверяю немножко Бонищу, я бы сам двигал, ну ладно, я буду просто не торопиться. Вот видишь. Оп. На всякий случай нас прикрыл. Да, а ты думаешь, что первые два лазера никого бы не остановили? Ну, вообще, как бы, я не уверен, что они с первого раза всех минусуют. То есть тебя понятно, ты спешл кейс. Голова нормально отваливается, я уже проверял. Давай. Жми. Чё жать? Ну, вариант Е. Ой. Так, ну началось. Ты видишь что-нибудь? Вон там ребята стоят. Но я жду, пока они сюда побегут. Должны, по идее, уже лежать. Ее, они стреляют. Хрена себе. Все норм? Да. А нам обратно нужно это все нести, да, теперь через эту хрень? Не, вообще можно сделать так, смотри. Лучше выбросить. Да, все, ну там. Четко. Ну ладно, пойдем. Давай только не торопись. Стой. Он встал? Встал, пойдем. Он давно стоит здесь.
Так. Стой. Надо же с одной стороны нам быть. Я сейчас чуть не провалил нашу миссию. Да, просто спокойненько идем. Я боюсь, что сейчас мы дойдем, и кто-то выползет оттуда. Бойся. Я убью всех. Точно. Выполз. Все, последняя партия, да, есть. Валим. Победа. Это победа. Валим. Слава тебе, Господи. Не факт еще. Ну, понял, мы все детали. Мы все... Аптечка. Ну, как бы, циркулярная пила, как бы, это. Тебе не выбраться живым, говорят, ВСП. Брингин он, Асхоль. Асхоль? Асхоль, говорят. Зачем ты назвал его Асхолью? Вот. Блин, совсем. Обратно. Это будет тяжело, я тебе скажу. Их же овер до хрена там будет сейчас, да? Ну, вы, как бы я сейчас возьму рейнджовое что-то. А ты до этого милишным был? Вообще, как бы, более-менее. Просто пила как бы пилит на маленьких дистанциях как-то. Пока все норм. Считай, что мы играем в пейнтбол. Короткими перебежками. Я же не люблю играть в пейнтбол. Меня как-то зарядили прям. Как мы узнаем, что это вообще работает. Ты выяснил, как они сделали из этого кодекс? А то. Похоже, чтобы получить поток данных, хранящихся в кодексе, они воспользовались методом магнитно-неврологического сканирования. Это как если бы они кого-то неврологически отсканировали. Что-то мне это напоминает. Содержательный диалог. Ну, как бы, теперь вы знаете, что такое. Что там мы узнали? Метод неврологического сканирования. Да. Ну, это как МРТ практически, видимо. Это неврологический. Так, тихо, у меня плохое предчувствие. Слушай звуки. Так, давайте сначала посмотрим, куда нам. Нам туда. Бежим. Просто бежим и надеемся, что нас никто не встретит здесь. Дубы скрипят. Там идем в ту камеру с солдатом, да? И последний, Айзек. Можешь подумать над этим, пока так и галтело несешься к собственной гибели. Если бы ты нам не мешал, и эти давно усопшие ученые, или ты, человечество без болезни, встретил бы свой конец, наше предначертанное перерождение. Ты спрашиваешь, чему я завел этот разговор, чего добиваюсь? Так вот, я сам не знаю. Все, я. А, еще он обещает нам пустить пулю между глаз, ВСП. Ну хорошо, хоть между глаз. Ну это сравнительно. Сравнительно с чем? Ну, между ног хуже, конечно, было бы, безусловно. Непонятно, видишь, как бы. Я не так хорошо знаком с болью. Поэтому не стану заявления какие-то громкие делать. Ты узнаешь, что такое боль. Я парни. Опа. Начни играть в лол, ВСП. Ты узнаешь, что начни. Такое боль. Я же закончил уже боль. Возобнови, ты узнаешь, что такое боль. Зачем? Мне так неплохо живется. Попробуем разобраться с этим, пока нас не... Все просто. Кость ноги соединяется с жопой. Ну, в общем, и так далее. Ну... Приходи, жги Бонич. А это вы что, хотите, чтобы я ее собрал? Да. Слушай, ну, ты... Я же не в институт. Я же не хирург играл? В Схлифе. Как я тебе это соберу? Ну, смотри, как разрезы конечностей друг с другом сочетаются. Собирай. Я пока могу за чайком сходить, наверное. Ребят, вы с ума сошли? Обычно. Это легче, чем помнишь, когда ты через три окна пытался часть. Ее тело провести. Помнишь, а первая и последняя деталь, они... С какого края начинать вообще? Какая тебе разница? С любого начинай. Так, стоп, надо посмотреть. Где голова может быть здесь? Какая разница, Бунич, я говорю, ты...
Начинай. Где-то здесь конца. Должна быть голова. Подожди, на что похоже на голову? Ну, есть мнение, что голова уже на месте. То есть справа, да? Правая самая. Неважно, с какого, но, скорее всего, как бы там, где нет разреза, там конец. В любом случае. Это логично. Ну, поехали. Значит, ну, давай. А, вот так, то есть, да? А как ее... А, вот так, да? Ёпс, туды. Какая печаль. Так, ладно. Я присяду пока. Вот так. Мне кажется, вот так было бы идеально. Дальше, значит, вот так. ВСП, а ты можешь уйти? Ты мешаешь моему художественному творческому воображению. Немножко не согласен с вашими методами, но... Подожди, я должен четко все увидеть. Да, коллега, это именно... Говорят, не подсказывай. Именно жопа, это именно жопа. Сейчас, так, дальше должно быть тело. Тело. Мое юное тело полстраны захотело. Так, ну, мне кажется, что вот так. Вот так. Значит, так. Какое-то образование ты видишь? Я никакого образования не вижу. Это опухоль, Бонни. Даже среднего технического не вижу здесь. Советую тебе обратиться ко мне. Меня пугает одна деталь. Меня тоже. Мне пугает две детали, которые ты неправильно поставил. Так, меня пугает, вот знаешь какая? Вот эта, которая слева третья. Потому что у нее вообще нет никаких соединений. Это просто кусок... Это стейк, так. Просто отрезанный стейк. Абсолютно есть соединение, Бонни, что абсолютно. Где? Видно. Абсолютно не вижу. Не, я могу сейчас быстро передвинуть. Но не надо. Абсолютно. Я тебе говорю, тут тебе, по-моему, передвинуть две части осталось, и все, если я прав. Че, серьезно? Да. Если я прав. Скорее всего, так и есть. Тебе осталось просто передвинуть две запчасти. Возможно... А, погоди. Стоп! БСП! Справа это конец. Посмотри, какие две запчасти. Посмотри, вот это слева. Вторая. Ты видишь, она как бы... А. Понимаешь, ты собираешь вообще, что, в смысле? Я тебе говорю, что... Абсолютно. Ага. Вот так. Так, это раз. Дальше, филейную часть. Так, здесь так. Здесь так, да, точно. Вот эту вот филейную часть вот сюда. Ни хрена. А, ну еще на одну. Так. Похоже. Как свинья на ежа. Не-не-не, похоже. И ты... последний осталось. Один блок, Бонич, один блок остался. Поехали. А? Зови меня доктор Зло. Нет, давайте будем. Зовите меня доктор Курпатов. Называть просто краб. Ну что ж, Франкенштейн будет. Пациент будет ходить, скажите, пожалуйста. Доктор, он будет жить. He's alive! Знаешь, ты смотрел сериал «Чудеса науки»? Weird Science. Розетка, это не человек. Розетка. Что? What? Они выудили тайны инопланетной машины при помощи нечеловеческого мозга. Умно. Нечеловеческого. Ладно, нечеловеческого. Ладно, посмотрим, что получится, когда мы это активируем. Какие-то у меня хреновые предчувствия. Пристегнись, Бонч. Скажите, а вы в альфа-страховании застрахованы? Кальмары, которых я видел уже. Сейчас Бунич не играл ни в одной из частей Dead Space, ты сразу понимает главный замес. Как да, я сразу... маркеры. Сколько обелисков, боже мой. Куда-то все летят. Все так... монстры, смотри. Знаешь, это не похоже на серьезный Хонор, по мне какая-то мультяшная прикольная тема. Вертится, летят. О, смотри, он собрался в шар ярости. Угу. И потом снял про себя фильм, назвал его шар смотри, ярости. Смотри, сколько тварей туда летит, ёкарды.
Так, это планета. Он собрал... Это не Луна, это космическая станция. Он собрал из тварей целую планету, представляешь? Что-то подташнивает меня, по-моему. Не? Так, нифига соматический гель было жрать. Я просто мазал им волос. О нет, нет, мы облажались. Это не родная планета обелисков. Пришельцы, они. Они наши обелиски, совсем как мы. И понеслась. Он поглотил их, он демон. Он затянул их тела в небо. Это последняя стадия шизофрении. Доктора мне, доктора срочно. А, Господи Иисусе, Луна, это Луна является источником сигнала обелиска, а не машина. Луна и есть схождение всего. Эти пришельцы, они создали машину. Машину, чтобы... чтобы... они создали Ладу Приору. Заморозить планету, чтобы не дать Луне воссоединиться в единое целое. То есть пришельцы были хорошими? Угу. Твою мать, какой же я кретин. Если отключить машину, все начнет таять, и схождение возобновится. И не только здесь, а повсюду, где есть обелиски. Это термос с чаем. Надо выпить его. Что куда ты? Это... Здорово! Как дела? Спасибо за твой тяжкий труд. И все такое. Нет, она самонаводящаяся на обелиски Земли и достанет все. Сначала и впрямь ошибся, но теперь все ясно. Речь не только о кузнях человечества, которая мешает нашему славному перерождению. Речь об этой инопланетной штуке-дрюке. Держись, скотина, я тебя все равно убью. Не-не-не. Теперь, когда он у меня... Мне уже плевать на то, что ты меня убьешь. Жители этой планеты предпочли эволюцию и смерть. Я хочу убедиться, что люди не совершают ту же ошибку. Мы все... все, ты, и ты, тёлочка, станем единым целым. Я сейчас не про порнушку говорю. А, чёрт, вы упустили их, кетчен, достаньте их, схватите этих мышат. Во-во-во, валим, Бонич. Куда? Надо а валить. Ты где? Я сгорел. Господи, я сгорел. Куда валим-то? Куда ты, Бонич? Нет, иди вот в обход, скорее. Какой нахрен? А теперь куда? Ладно, беги, беги за мной лучше. Сгорел на работе. Ты бомбанул, не знаю. Ты видишь, где я? Нет, вижу. Вот так что надо делать, да? Бежишь за мной? Да. Киляйся, когда ты бежишь. Сейчас дольше сейчас бежали, чем обычно. Классный образец БСП. Повел команду за собой. В прошлый раз я вообще далеко. Не тормозим, беги сразу. Бежишь за мной, как? А что будет цели? Хрен. Понял. Я же лучше, чем Эрик, да? На безрыбье, конечно. Элли, камон! Камон, Элли, двигайся, детка, двигайся. Ужас, оно несется, как ураган. Айзек, по-моему, мы так с тобой и не перепихнемся в этой игре. Я люблю тебя, Айзек. Хотя недавно была с другим чуваком. Я не... Мое сердце не выдержало бы, СП. Вот это поворот. Неожиданно. Быстрее давай. Развязочка, да? Почему я? Может там... Чё? Я ничего не понял. Элли, детка, ну давай же сюда. Айзек.
Я тебе должна признаться, как в чем. Ты понимаешь, я еще девственница. У нас с ним ничего не было, да и с тобой тоже. Эй, хрен с тобой, все, иди в жопу. Дал Е. Вот у тебя было Е, вот почему не получилось, ты Е не вижу. Понятно. Подожди, я страдаю. Убери руки. Тут клешню убрал. Газ все идет, надо убираться, живей. Да подожди ты, дай мне пострадать, у меня трава. Она была девственницей. Она сказала мне, что я у нее был третьим. А на самом деле, девственница. Слышь ты, давай ноги в руки. У нас святая миссия и все такое. Она умерла за высшую цель. Айзек, твою мать! Понимаешь, да, газ как бы идет, давай. А что, что газ, пойдем. Будем хранить. Загорись, если он падает. Я часто загораюсь в СП, так что это... Это мое перманентное, я понимаю, стабильное, дефолтное состояние. Девственница, девственница, все-таки девственница. А я-то думал, что она в темноте это говорит. Не хочу в темноте. А я цветы, а она... Айзек, соберись. Тряпка. Смотри, Даник спускается к машине. Давай, не дадим ей отключить ее. Слышь, Айзек, ну если хочешь... Я тоже девственник. Я не разделяю твой оптимизм. Пойдем замочим этого Даника. Вот это мне нравится больше. Ну как-то мы его искать. Вход может быть где угодно. А что ты не хочешь собрать БСП лут? А вот собрать факелы. Факелы? Зачем? Чтобы светить. Догнать Даника. Догнать Даника. Давай, догнать, догоним Даника. Даник, мы бежим за тобой. О-о-о-о. Чё это было, БСП? Ты жив? Лаунчер. Сядь, придурок. Не хочешь меня резать там, нет? Я не могу сесть. Унечка. Хватит меня использовать как живой щит. Резать меня уже нормально. Баррикадная, баррикадная. Краснопресненская шоколадная. Ладно, если оранжевое оружие, то окей. Подожди, 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 подожди. Я не могу сесть, БСП. Да какого черта? Почему умираю постоянно? А чё ты, зачем ты меня заморозил, БСП? Я тебя не замораживал, это они, у них тоже есть стазис. Откуда у них стазис? Я тебя умоляю, резь. Выпей аптечку, прошу тебя, друг. Ёпс, туды, отойди, отойди, БСП, отойди. Давай просто поможем монстрам. БСП, чё там происходит? Пойди посмотри. Ха, я должен посмотреть. Ух ты, смотри, я что-то притянул. БСП, смотри, я притянул какую штуку. Мы можем защищаться ей. Это живой щит. Да, давай, вперед, короче. Это живой писав щит. Где они? Смотри, смотри, работает. Стреляй в него. Стреляй в него. Гонишь, там не в ту сторону. Не в ту, а в какую? Ты где? Я притяну щит. Отступаем. А что такое я взял вообще? Зачем это нам? Надо на всякий случай. Все, теперь Элли умерла, ты решил завести себе другую подружку. Другой. Я завел себе нового фаворита. Поехали с ней, чё. Только ты должен за ней ухаживать теперь. Не, ну полезная хрень, согласись. Мы в ответе за тех, кого приручили, Бонич, так что. Да. Можешь назвать ее как-нибудь. Я назову ее Эдик. Эдик. Проверил Rocket Launcher, он так же ловит. Хорошо, как ты. Помни мои слова. Ты еще скажешь Эдику спасибо. Угу. Вперед, иди только с ним сам.
никого нет вообще. А все чисто, напарник, все чисто. Вот он, вот он, что вот он? Вот он, сказали. БСП, 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 БСП. Что, где, кто? Не знаю, я смотрю сверху, на прицел. Сверху, сверху, БСП, сверху. Проверь вверх, 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 вверх. Ну ты, я не могу, ты мешаешься. Я, нет, а, открылся ангар, ты заходи туда. Тебе открылся ангар? Бери своего вот Эдика. Вот эта гнида летает. Чё, а чё ты Эдика снял? Эдика взял? Да, нет. Все, так взяли Эдика, Эдик. Сейчас и пойдем. Подхилься. Подожди, ВСП, подожди, я с Эдиком. Подожди, подожди, я Эдика возьму. О, господи, из всех. Пойдем, Эдик, пойдем. Я не брошу тебя. Тебя не постигнет участие. Ты сейчас будешь как, знаешь, собака, которая в дверь пытается... А, я с Эдиком палкой. Не могу пройти. Фейс-контроль, с Эдиком нельзя. Да, я уже хочу. Твой, я подпихну его сзади. Твой Эдуард. Не капризничай. Знаешь, это мне напоминает, как я в Dead Space пытался с машиной... Dead Space, в Bedivant с машиной пытался его запроехать. Так, с этой стороны. Давай я теперь держу открытый. А где? Где он? Он исчез! Как это? Видимо, он ушел домой. Я потерял Эдика! Он же был со мной! Ты найдешь еще себе другую? Да что такое? Он же тоже был детский. Беги за мной лучше, опа! Ой-о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 й-
Ты где? Здорово! БСП? Ты вон жив? Там. Вижу, вижу. Ой. Снайпер. О, это больно. Снимай его. Выгони. Обосраться. БСП, я тоже. Сними ракетчик. Ой, все, ты где был? Пили БСП. Я умер. Резко меня. Стазис. Резнул. Ракетчик снял там? Не знаю. Да. Значит, я его. О май гад. Смотри, мы это сделали, БСП. Это было довольно сложно, если ты не заметил. Я половину просто не видел даже, что происходило. ХП нет. ХП нет. Нет? Где? Где? Тебя тоже попало? Нет, а где? Давай, у меня ХП побольше, давай я посмотрю, где он. Я не знаю, просто... Ладно, хрен с ним, давай. Давай, блин, лучше. Где, ты видишь? Нет. А нам... Нигде. А нам нужно в дверь же, да? Да, ты забей на него. Ты засел. А, вижу его. Все, я разобрался с ним. Молодец. Я горжусь тобой, Бонич. О, сложная загадка. О, сложная загадка, боже мой. Это же она. Подвинься. Разблокировано. Потрачено.
что? Что опять музыка страшная? Что мы тебе сделали страшное? Тогда аптечка, давай аптечку мне. Дай ездишь. Еще аптечку. Дай ездишь. Они как будто знали, да, что мы здесь вообще с ХП расстанемся на этом отрезке. Глава 16. Сокрытая снизу. А сколько всего глав? 27? Обещали 19. Ёпстуды. Просто мочи. Понял, давай, давай, давай. Давай. Что давай? Скорее, скорее, скорее. Что? Включай. Да я жму Е. Включи. Ну. Не жмется, что ли? Давай вместе. И. Вот это супер. Вот это повезло. Ты в курсе, что ты придурок? Да, конечно. БСП сзади камень. Забей, я контролирую сюда. А, я понял, это радует. Знаешь, я, пожалуй, вниз побегу, у меня ХП вообще нет. Ой, блин, такая дискотека внизу. Да? Иду. Как дела? У меня не очень. Рейс. А, понял. Давай не спеши, давай с тварями разбираться, потому что они, по всей видимости, все за нами прибежали. Я не могу разбираться с тварями, когда у меня ХП нет. Давай, гонишь. Ну? А у тебя вообще ХП нет? Давай я тебе аптечку дам. Ну сейчас, медленно, давай, сейчас не спеши. Не спеши, давай со всеми разбираться. Сейчас камень слева. БСП по башке сейчас получишь камня. Я перепрыгаю по своей ступе. Ох, аптечка, хорош. Она улетела вниз. Что, аптечка? Ну. Смотри, стой, разобрались сначала с этими. Вон еще один, смотри. Я никого не вижу. Может, он дохлый? Ну теперь уже, конечно. Вон внизу двое. Сейчас, стой. Вижу. Вот и все. А так они на нас просто все разом прибежали. Сразу стазис. Бонни сзади. Эй, да кто? Ух ты, тварь. Все, Бонич. Ну что, неужели аптечки? Аптечка. Иди сюда, Бонич. Беги. Аптечка же. Ну, я взял все, у меня пол ХП. Ну норм, чё? Айзек! Лучше не станет, если тебя завалят. Прав был Нортон, это поездка. Да, еще. Но если мне суждено сдохнуть в этом мерзком шарике, уж я прихвачу с собой и Даника тоже. Умри, подонок. Он говорит по-английски. Так, беги, Бонич, за мной, беги. Говорит по-английски. Умри, подонок. Тяжелая станина КССК. Футбольная команда какая-то? Станина! Сегодня играет московский Спартак против станины. КССК. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, стреляйте, Шура. Ай-яй-яй-яй, то я зря так. Забрал что-то. Ой.
Да че я по бочке не могу попасть? Да еще раз, пару раз так сделаю и упаду. Попал, молодец, БСП. Я бегу. Я бегу, БСП. Твою мать, я уже пришел. Я здесь, БСП, сейчас мы всех завалим нахрен. Тут ты не подхиленный какой-то. Хорошо, я взял. Открыто, там же дверь открыта. А, да? Аптечка. Защитный кожух. Кожух? Не знаю для чего, но мало ли что. Тын-тын-тын-тын. Вас приветствует Windows. Понятно. Эх, хитрец. Это подстава. Давай. Молодец. Ой, я тысячу не могу. Я, конечно, подозревал, что подобное может случиться в этой наитяжелейшей головоломке. Вот это, конечно, был знатненький фейл. Ой, прям было хорошо аж. Я знал, что мы должны как-то тут... Давай, мышкой двигай. Закосипорить. Сейчас мы взломаем винду. Я сейчас... А лифт тем временем едет. Я сейчас установлю все-таки пиратское обеспечение. Так. Как там? Кряк. Мы сейчас крякнем эту винду, БСП. Давай. Ты наверх, ты наверх. Ну. Ты наверх. Мы крякнем эту винду. Я верю в тебя. Это было последнее еще вдобавок ко всему. А ты сам как не проходи как тебе удобнее отсюда. О, гардероб. Ах, гардероб, гардероб, гардероб. Аудиосообщение будем слушать? Мне кажется, не стоит. Стоп. Знаешь, мне напоминает это начало ты, знаешь, этот, ну, как бы звук, когда отгрузка ресурсов идет. Я думал, это начало мелодии ты-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри. Ух ты. Жаркая смерть. Компактный трупорез улучшен огнем усиленным подборщиком патронов. У меня уже есть как бы. Компактный трупорез и улучшенный огнемет усиленный подборщиком патронов. Ну что скажешь? А хрена где-нибудь отсюда? Но наше оружие так нормальное. Может быть, можно попробовать как бы, компактную винную станину заменять там на... Огнемет, силовой пистолет, металлический грун. Ну, у него дамага нет вообще, да? Что? Ну вот это вот жаркой смерти вообще нет дамага практически. Правда же? Вот так. Так, конический рассеиватель дает максимум дамага. Я не знаю,
я пока не хочу. Я не знаю. Вторую пушку. Мне вообще вторая пушка не нужна, я с первой хожу, и мне хорошо. А ты? Я просто поменял мою станину. То есть у нас станина компактная новая появилась, она добавляет бонусный урон еще. Как ты мог станину поменять? Так вот. Что, серьезно? Можно вот так сделать и... Прикольно, я не знал. А вот у этого тоже можно станину поменять? Компактная станина не то, что не добавила урона. Компактная станина Эрсгаф называется на этой игре. Она тебе должна показать, что какие. Ничего она не добавила. Ладно, забей. Сейчас у нас разные. У меня и так просто максимальный урон уже. Ну на Тлорес, по-моему, максимальный урон нельзя поставить на маленькой станине. Поэтому как бы. Такой вообще урон жесткий будет сейчас. Так, темп стрельбы это. Любимая всеми программа «За верстаком». Ее ведущий Бонивура БСП. Так, скорострельность, темп стрельбы. Тяжелая станина, правда, попробуй на КСК поменять. Темп стрельбы плюс урон. А, два там стрельбы. Вот. Подожди. Мы сейчас тут нормально. Темп. Мы сейчас тут нормально, да, и ты согласен. Мы сейчас вообще нормально. Два там стрельбы плюс урон, два там стрельбы плюс урон. Вот, скорострельность поменялась. Перезарядка плюс урон. Урон. Все, я урон. Готов. Да, я сейчас тоже готов буду. Очумелые ручки, да, помнишь, как из бутылок делались? Никому не нужно. Так. Пока все дома же, да, всегда было, по-моему, там подраздел у них такой. Да, нет? Да-да-да. Все. Да-да-да. Последнее я хочу. А, ладно, этот верхний я даже менять не хочу. Ну. А, подожди, можно дабл урон, конечно, поставить. Четверной урон. Урон плюс обойма. Ну давай, еще немножечко урона добавим. Еще немного. Еще чуть-чуть. Вроде тебе тут не так уж и много всего, что как бы доступно, да, но. Сейчас. Это вот я. Больше у меня, что золотая жила для игроделов, это выпускать игры, где можно просто крафт. То есть, почему Майнкрафт, видимо, стал популярным. Вот. Николай Герский, точно. Ну, ребята, извините, у меня проклевывается этот голос периодически, я уже не могу. У меня. Я могу разговаривать с человеком, и вдруг ни с того ни с сего, у меня этот голос начинает проклевываться. Что такое? Представь, как неудобно мне. Цитата Бонивура. Я почти все, и пека такая стоит. Так, все. О, нет. У меня стандартный плазморез, дробилка литосфера, нижний слот и килорез. Перезарядка. Нам нужна перезарядка. Двойная перезарядка плюс... Бунич, завязывай. Все. Ладно, я пока переоденусь. Двойная перезарядка. Зачем минус урон? Двойная. Костюм легионера был разблокирован. Элитный костюм был разблокирован. Бонич, мы тут столько костюмов пропустили. Костюм археолога, хрен с ним. Элитный костюм. Оснащенный передовыми технологиями поддержания жизни биофизических параметров, этот костюм используется на передовой штурмовой 4-5 дивизии. Окей, а элитный костюм? Хорошо, а какой костюм легионера? Ну-ка, давайте посмотрим. А, костюм легионера, с которым мы начинали, видимо, игру. Это неуклюжий списан армейский костюм, который использовали солдаты КССК в 23 веке и пользуются огромным спросом среди историков и коллекционеров. Нахрен надо, я лучше элитный костюм дать на себя.
Чё там у тебя с костюмом-то? Элитный. Элитный? Да, Бунич. Элитненький. Ты видишь меня? Да, сейчас. Смотри, сейчас как я. Снимай меня, Бунич. Ты выйдешь в смокинге, в тройке? Да. Сэр. Вау. Смотри, какие доспехи просто. Хромированный вообще жестик. Ты шлем еще не видел. Твою мать. Да, я тоже хочу такой. А у меня археологический, что ли? Не-не, ну, у тебя тоже. Ну, брысь, элита, слышь? Селебрити. От станка отойди. Уйди из моего гардероба. Так. Элитный надевай, он самый четкий. Костюм археолога был у нас, да? У тебя элитный и... Скафандр. Практический. Легионер. Элитный есть? Легионер, да. Это брехня. Элитный где есть у тебя? Элитный надевай. Оснащенный передовым темным вооружением, объяснительно этот костюм. Элитный надевай, что-то читаешь. Конечно. Посмотрю. Ты же не представляешь, каким я сейчас стану. Я как будто побывал в модном приговоре. Ну, они одинаковые, если тут подозрения. Какие наплечники прикольные, да? Блин, а у тебя ты как Sprinter Cell, блин. Так, ну и может быть улучшим эти всякие показатели. А, то есть мне ты не дал улучшить ни черта. Нет, тебе это совсем не надо. Ах, бронечки не хватает, зато хп, хп больше стало. Так, что здесь? Стазис улучшаем. Длительность уже нет. Ну так, по децелу кое-что поулучшал. Иди, ты тоже улучши. Дай на тебя посмотрю, вернись. Что-то мы с тобой одинаковые теперь. Ну, шлем у нас только различный, по-моему. То есть у тебя шлем как-то... почетче, чем у меня, то мне хп прям много стало, да? Смотри. Ты себе изменил хп и думаешь, у меня много стало из-за этого. Да, послушай. Я здоровье просто себе прогрейдил давно уже. Луна была источником сигнала, источником безумия. Сделала нас единым. Включи это. Луна была источником сигнала. С ума сойти. Что принял автор? Я все, Бонич. Поздравляю, куда? Пойдем. По-моему, они одинаковые реально у нас. Еще аптечник дали. Блин, 19. 19 глав. 19 глав. Может, это такое? Лифт уехал давно уже. Лифт уехал, лифтеры разбежались. Ой, Бунич, меня так. По каким бочкам? Я не могу, я стреляю по бочкам, а. Прыжок. Там, смотри, какая тема. Дикая нос какая-то. И дай бог. О, бой, еще не... Стреляй, стреляй. Да ну нафиг, я побежал. ВСП. Ты бы от меня далеко не отходил? Я очень быстро побежал. Ну а зачем? В чем была мысль твоя? Да ладно, что сначала прям улучшать костюмы сначала, нет? Нет, больше не получше. Твою мать, а. Пойдем. Так,
Двигаемся не быстро. Идем вместе, расстреливаем все, что шевелится. Окей? Угу. Конечно, жив, глупыш. Больно? Все, БСП, собрались. Я вообще как собрался? Молодец. Так, вот сейчас не спеши. Давай, ты право держишь, я лево. Ой-ой-ой. Какая незадача, не спеши. Не надо не спешить дальше, там залив под купа. Не стоим на месте, ребята. Ой, это, кажется, наша старая знакомая. It's Alive, да? Розетта ты имеешь в виду? Розеточка пришла. Ну, это плохо, я думаю. Подожди, она не должна нас убивать. Он же ее папа. Да, ты это ей расскажи. Понимаешь, я как бы не стану с ней воевать, тебе не стану. Серьезно? Да. Забей, просто беги. Я бегу. БСП. У меня патронов не осталось. У тебя патроны есть? Нихрена себе. Больные какие-то. Наркоманы чертовы. Жесть, да? Я слышу робота. Ой. Это розетка была или не розетка? Ну, явно что-то похоже на нее. Розеткина сестра. Смотри, там что-то блестит. Дротикомет мы нашли. Да ладно. Да, серьезно, прикинь. Теперь исход игры повернется в нашу пользу. Просто мы перевернули ход сюжета. Я боюсь, что если такие твари будут чаще перед, мы просто не сможем тебе. Не, у меня есть против них. Нет, есть. У меня есть моя супер. Которая в мели бьет-то? Да, плюс кинезис. Ой, или стазис. Ну хрень плюс стазис. Неплохо так с ней. С патронами проблема. Коля, мы все такие в заклепках. Опа, идет ВСП. Что делать? Обходи ее просто, хрен с ней. Будем не делать. А вот с этими что делать? Забей, просто беги вниз сразу. Просто беги вниз. Поверь. ВСП бежишь? Вентилятор, забыл себя болеть. Нет, заблочено. И что мне с вентилятором делать? Я подсказывал. Это ролик? Это не ролик. Не знаю, я жму Е. Я стараюсь. Упал. Я вижу. Странно, что мы прошли это с первого раза, да? Ну, если бы мы там воевали, мы бы сдохли точно. Это да. Где все? Все мертвые. Айзек Кларк. Он расстрелял всех. Миллиарды расстрелянных лично Айзеком Кларком. Отсюда вам. Ну, в общем, все понятно. Продолжаем преследовать Даника. Погоди, мне не очень хорошо надо.
живем, все. Мне патроны реально нужны, потому что я пуст. Ну, там станок есть, их все можешь скрафтить. Я по аптечке скрафтую лучше. Неужели я хрипну? Нет. Невозможно. Дай, ну и урон плюс обоим. Это может нам пригодиться. Блин, даже средней аптечкой не могу сделать гонч, прикинь. Это дожили. Это прискорбно. Ну, ты и тогда меня будешь хилять, что я могу сказать. Что? Ого. Все, ну. Аптечек тебе скрафтить? Давай я скрафчу. Давай скрафтим. Знаешь, сколько у меня соматического геля? У меня ноль. У меня геля, как у заправского армянина с рынка. Надеюсь, ты средний крафтер? Естественно. Личный дневник. Нахрена мне личный дневник. Так. Ну, поехали. Ну, вот как-то так. Спасибо. Я думаю, первое время протянем. Ты все там? Забрался, да? О, а вот аптеканьки, смотри. У тебя что же аптечки? Ну, у меня одна выпала маленькая. Фу, у меня четыре больших. Давай тебе еще дам. Это просто праздник какой-то. Все, живи и радуйся. Смотри, кино. Где? О, прикольно. Вот что управляет обелисками. Это и есть конечная форма этих существ. Точнее, должно быть... Было бы стать ею, но жители этой планеты построили машину, которая заморозила Луну в ее переходном состоянии формы сюда, а в поисках пищи нагрянули бы ее собратья. Но мы не должны терять надежды. Местные жители не успели до конца, что не успели до конца? Но, давай. Вот она, давай. Поползла по мне. Вот, чья-то рожа на экране сфигурировать машину. Она не особо способна заморозить Луну. Она может ее только уничтожить. Тебе понадобится кодекс. Он ключ, который разблокирует машину и позволит всех спасти. Ну, как-то так. Ой, ну это твои любимые головоломки. Да ладно, сейчас. Карвер, ты слышал, если правильно перенесет машину, она может разрушить Луну. Нужен еще Даника. Может быть, просто остановить Даника, мы должны заполучить кодекс. Лишь в нем есть ключ, чтобы перенастроить машину. Как у тебя с английским, Бонич? Ты ко мне прицепился с этим Даником. А с арабским у тебя как? Ой, воспроизвести. Что это за хрень? Мне нужно одинаковые символы поставить, что ли? Песни китов. Я говорю, на слух, решай. Да ладно, что, не получилось? То есть я так понял, тебе там должны давать образец, и ты должен из трех символов последнее звучание сделать. Твою мать. Прям как отборы на проект «Голос». Практически. Ребят, никакими подсказками мы не будем пользоваться. Подсказки. И чё? Так а можно послушать изначальную мелодию? А тебе разве не прослушивается она? Нет. Она же тебе должна изначально мелодию сначала образец дать, нет? Не дает. Я просто не знаю, что там. Подожди, да, подожди. Я посмотрю, я включу, посмотрю просто. Ты слышишь? Ну, реально не дает.
не дает? О, подожди, вот, стой. Все, я знаю как. Это, блин, неужели тут символы, блин, нарисованы? Вот и все. Ну, я так и сделал. Я а, все, мы чемпионы. Отлично спели, кстати, да? Кажется, это что-то из Розенбаума. Нет? Гоп-стоп, мы подошли. Не так. Гоп-стоп. Луна. Луна, луна. На-на-на-на-на. Господи, может быть, мы тоже стрим сделаем? По песням. По песням. Бог ты мой, Господи Иисусе. А, о, точно, срань Господня. Похоже, это то самое место. А, это должна быть машина. Машина времени. Я так понимаю, мы прибыли на Таити? Да уж. Курорт так себе, если честно. Пообещай мне, если я облажаюсь, ты никому не расскажешь. Окей? Кому я расскажу? Тебя все равно никто не знает. Да, но и если я облажаюсь, и вдруг меня кто-то узнает, и все равно не расскажешь. Ладно. Слышь, у тебя 5 зрителей на канале, кто тебя знает? Ну это, ну вдруг когда-нибудь станет 7-8 где-то. В общем, никому не рассказывай, если я облажаюсь. Да хорошо, отстанет меня. Пойдем уже. Ты классный пацан. Хоть и дебильный немножко. Можешь просто читать, что они говорят. Я разрушил свою семью и не смог удержать сына. Айзек, я убил Сантос. Он убил Сантос. Бразильский футбольный клуб. Не слишком ли много для славного малого? Хорошие парни полны говня. Просто иногда это говно выплескивается наружу. Хорошая шутка. Я даже знаю пример. А, сожалею, Белли, старик. Не называй меня стариком. Мне всего 38. Пойдем, мой друг. Начистим репу. И пафосное на диване шлема сейчас должно быть. Смотри, а вот и Даник. На ловца и зверь. Короче, мочим его до конца. По полной программе рихтуем. Сейчас. Шлем. Короче, БСП. И шагу назад, понял? Сзади заградотряд стоит. Даник, немедленно прекрати. Азик, ты снова тут. Невероятно, насколько ж ты живучая скотина. Даник, ты знаешь об этом спутнике. Ты знаешь, что ты делаешь. Охрен его знает, сейчас проверь. Она живая, Даник. Голодная и не одна. Если включить машину, она освободится, а потом вместе со своими братьями найдет наши обелиски, найдет нас и сожрет всех. Из чего ты взял, что можешь судить о его намерениях? Не видит мне водку или твоих страхов? Даник, че тупой? Даник, Даник. Даник, Даник. Конечно, где-то роботы, но хрен с ними, но они уже зачем. А вот и Даник. Стреляй в него, стреляй. Стреляйте в него. Ну что, БСП, поехали? Угу, поехали. Что такое? Открыли. И чё? Нам это взять нужно? Вообще да. И куда это вставить? Ну, по тех минимум два места назвать. Вон раз и вон два. Где вон раз и вон два? А, вижу. А зачем мы? Мы вытащили ее из одного места и засунули в другое. Что нам подало? Понял. Больше не буду спрашивать. Господи, что происходит? Прикрывай меня. Подожди, у меня есть план. План у него есть, понимаешь? Слава богу, хоть у кого-то в этой игре есть план.
происходит? Я упал на Даника. А, мой термос. Термос с чаем. Ах ты ж гад, новозеландский. Азик. Поймал, поймал. Поймал, красавчик. Как-то не так все вышло, друг. Ну, я буду помнить о тебе, конечно же, всю жизнь. Азик, ты соскальзываешь, Азик, Азик. Ух, молодец, затащил. Так. Термос с нами зато. Ну да. Теперь мы сможем попить китайского чайку. Дополнительная. Хрен с тобой, СП, забей на него. Теперь просто... неприятная новость. Какая дополнительная хрен? Не знаю. У вас нет никаких миссий больше. Они все аннулировались, когда мы... прошли ту? Скажем, меня вот смущает, видишь, эти статуи на стенах. А, ты снова боишься наркоманов? Ёпсузей! У нас проблемы. Оно рожает этих маленьких. Давай я с маленькими разбираюсь, с большой. Смотри, как худесник. Все, все, БСП, он уже умер. Или по звукам кто-то еще. Господи. Слушай, их овер до хрена. Не возьмем столько патронов, БСП. Слушай, я с этим оружием похожу, походу оно мощнее. Снайперская винтовка все-таки бьет больнее, чем дрель моя. Вот, тихо. Знаешь, об этом тихо. Можно было догадаться. Что, наркоманы? Кот. Чей? Кот. Мой. Чей? А, твой кот в игре? Че себе? Где он? Нарет просто. Ну, с кошками эта проблема решается проще. С орущими. А, будем еще взломать надо. Пардон. Не буду тебе мешать. Что, что? Я тебя охраняю. А, как обычно. Сложная система. Покрутить. Почитай пока, что там пишут. В группе глубокого бурения были задействованы умнейшие археологи и опытные солдаты. То, что произошло с ними внизу, должно быть стать предупреждением для всех нас, отчего их хватило яростное безумие. Насилие вынесло их тела в морг в надежде установить причину гибели и разобраться, что за артефакт они обнаружили на глубине. Что такое? Электрик пятого разряда, как бы. Проблема. Оступился немножко. Я чемпион. Так вот, сомневался. Так что там в глубинах холодного космоса, да? Гоу на бонус миссии, вы еще издеваетесь, нет, ребят? Мы хотим закончить эту игру. Наша цель — закончить эту игру. У нас есть бонус миссия, но как-то... у меня нет желания, честно говоря. У меня патроны вроде есть, все. Ну что, зарубимся в PlayStation? Так, ну чуть-чуть патрончиков возьму. Все. Я готов. Я тоже не буду хренью страдать. Можно в гардероб зайти, но думаю, нам не надо сюда. Я его прокачал себе, там. Мне броньки не хватает. Если бронька... О, нет, Бонич. Мне ужасно неприятно та вещь, которую я вижу. Что, опять? Приходим? Нет. Я вижу... Смотрел 9-й? Район номер 9 смотрел? Да. Это же оттуда актер. Актер? Я узнаю, это Джеймс Белуши. Почему это Джеймс Белуши? Не снимался в районе номер 9. Когда он не наткнулся, он был голым. А сейчас он одет? Интересно. Его кожа была покрыта глубокими ранами, которые он нанес себе сам. Пришлось потрудиться, чтобы вырвать артефакты из его окоченевших рук. Любопытный объект, сделанный из неизвестного материала, активируется похожим звуком. Знание на нем — это точно слава. А, знаки. Но без дешифратора их смысл остается неясным. Если бы у меня было больше времени, я бы нашел другие фрагменты письменности и смог бы все понять. Но поскольку мне
хочется побыстрее попасть в стриптиз-клуб, я этим заниматься не собираюсь. Профессиональный перевод Ганиура. Заказывайте на DVD. Бонус миссия. А зачем мы сюда пришли? Ну, в воздухе банка с соматическим гелем. Вот бонич. Ты вот, ну, из-за я бонус миссия. Бонус миссию? Да, ну все, тебе придется как бы... Что это за хрень? Что? Бонич, я улетаю от тебя, я улетаю от тебя. Нет, не улетай, не улетай, не улетай! А как ты это сделал, БСП? Я на... ну, в смысле... БСП, серьезно? Чит? Чит? Ноуклип набери. Смотрите, БСП. Карлсон. Я Карлсон, который живет на крыше. Почему я не могу летать? Я не знаю, Бонич. Сыграете пробел 0. Я нажал и так... Воу. Альт, нажми, Бонич. О, я летаю. Там здоровенная тварь внизу. Что нам с ней делать? Хорошо бы ее убить. Где? Не помешало бы. А куда мы летим? Что мы делаем? Ой. Не переживай, навсегда так. Она умерла? Не уверен. Да точно умерла, он вторая тварь. А что мы делаем здесь? А, ну мертвый уже, походу. Как, нет, 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 по оранжевому стреляй. Да мертвый, ну смотри. Веришь мне? Верю. Но проверю. Ощущение, что эти гравитационные темы сломались, поэтому тут... Или наоборот, они работают в неправильном режиме. Так, Бонич, там сюда. Куда? Вот сюда. Понял. Сейчас опять очередные, блин, будут забеги по узким коридорам. С наркоманами. Господи. Красавчик. Эти страшные темы. Очень красиво. О, опять банка с гелем. Есть что-нибудь нужно, очевидно? Нет. Окей. Ой, я не хочу туда, там темно. О, полегче. Я надеюсь, они не будут вращаться. Они, я надеюсь... Они что, могут вращаться? Да, это может быть проблема. Тер-тер-прр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 рr Давай, быстрее, быстрее найдем эту машину. Понял. У нас проблемы. Прр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 рrr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 r
меня закончились патроны. Красоте от кайфера. Норм. Норм тогда. Мне кажется, что я ее очень быстро размажу своим вот этим вот супер ударом. Да. Называется удар. Я там вообще не стрелял. Я просто смотрел. Удар зилка. Нет, я говорю, я хотел бы попробовать с кинезисом ударом зилка ее. Погоди секунду, посмотри, что там. Коту надо. А то он орёт. Что коту надо? Сэмик, солнышко, иди сюда. Сэм. Сэмик, Саманта. Сэм. Нет. Кошка не хочет со мной дружить. Всем добрый вечер, друзья. Dead Space под номером 3. Кооператив BSP и Баниур. Мы пытаемся тут что-то намутить. Не забудь тыр-тыр. Тыр-тыр-прррррр. Именно так, ребята. Давайте уж точно воспроизводить мелодию. Давайте поиграем с вами в игру. Я хочу поиграть с вами в игру «Угадай мелодию». Итак. Итак, друзья. Попробуйте угадать эту мелодию с трех нот. Тыр-тыр-прррррр. Что это за мелодия? Чатик. Resident Evil, для начала у меня будет сайлент... Ой, я же сейчас вам все расскажу. Друзья, есть план, Стас Михайлов, без тебя. Так, я тут, ты смеешься. Да мы тут с чатиком коммуницируем. Для начала у меня есть план пройти, добить серию Silent Hill. Прямо сейчас? Давай, я думаю, тоже Dead Space. Мне потребуется для этого, ребята, консоль. Консоли пока нет. То есть ты собираешь на консоль? Нет, я хотел попросить у кого-нибудь консоль, кто из Ростова или из близлежащих окрестностей, да. Консоль. Ой, не нравится мне это. БСП, давай так, я переключаю на автомат, попробуем эту тему. Что-то не работает автомат. У тебя был идиотский, конечно, абсолютно. Почему я все превращаю в балаган? Беспо, я мертв. Если ты не заметил. Я просто не ожидал, что их будет две. Ну так себе, конечно, разменялся. Плюс. Ты половину времени сидел там умерший. Разменялся. Разменялся в плюс. Ты слышишь этот бред? А кто-то где-то застрял. Довольно мерзко. А, вон он там. Где? Опоздали уже. Да, вы как-то разрулили. В ваших мамах мы немножко уже. Ладно. Сзади! Меня убили. Вижу. Ты ее застанешь сначала, потом пойдешь ко мне. Ой, застань ее сначала. Да блин, я ж подходил. Я жал Е. Я более чем уверен. Что за хрень? Я жал Е. Угу. Че, сначала дверь. Самого, что ли? А, давай, дверь открывай. Че, серьезно, сначала? Твою мать. Эй. Ты
А какого хрена? Ты же замороженный был. Нет, а нечестно, он был заморожен. Все видели. Все видели, судья может зафиксировать. ВСП. ВСП, я что-то не понял. У меня проблема. Что ты говорил? У меня... Точнее, ты что-то говорил? У меня проблема. Ладно, окей. Давай просто катить тоже. Окей? Просто отошли назад, отошли ты назад. Просто стазисы юзаешь, и как бы не юзаешь почему-то. Все норм, я контролю. Противные. Уйдите, противные. Вон, побежали ребята. Запилил. Вообще без шансов. Двери мне запилил. Слышишь? Да хрен с ней, нафига он нам. Робот? Что-то последняя миссия, что ли? Я думаю, мы уже в конце где-то. Ты помнишь, как воин будет? Чё будешь? Помнишь, как что? Как мы с тобой рыбачили, блин. Тур-тур! Пррррр! Последний. Тур-тур-пур-пур. У тебя все одинаковые. Тур-тур-пур. А тут тур-пур-пур. Блин. Тур-тур. О, БСП, у нас проблема. За вами летит какая-то херня, БСП. Я ничего не вижу, ВСП, я ничего не вижу. Ты можешь приземлиться для начала. Где? С кем ты? С кем ты? Красавчик, как ты его, а? Еще? А, вижу, вижу. О, кто-то из них идиотски напоролся. Давай взламывай. Подожди, подожди. Эти дураки не долезут, они уже взломали что-то. Давай, давай, что взламывай там? Поехали. Это. Уверен, что не долезут? Да точно не долезут. Они глупые. Тыр-тыр-пыр. Давай без глупых ошибок. Тыр-пыр-тыр. Ну вот, блин. Вот, ты идиот, что ли? Вот, давай, жми, 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 жми! Погоди секунду. Кот, ты идиот. Ты идиот? А что, мне просто поесть нельзя? Ты идиот? А что, мне просто поорать нельзя? Ты идиот? Поорать нельзя? Ты идиот. Кот тралит, кот тралит лалку. Че ты что ржешь? Тебя кот затралил. Ага. Кот, если кот, ты идиот, а что мне порать нельзя? Кот, ты идиот, порать нельзя? Кот, ты идиот, мне порать нельзя? Да играется, ты просто идиот. Я усыплю и все, и не будет кота. Какой ты жестокий. Господи, да мне на раз-два вообще. Тот, как бы, кто его заводил, этого кота? Не я.
А что ты скажешь тому, кто его завел? Как завел, так и развел. Он сам ударился головой о кирпич 7 раз? Нет, я больше чем уверен, что усыпляет не так. Кто тебе сказал? Давай, 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 БСП. Не спи. Мы чемпионы. Ну, конечно, сейчас на меня залез извиняться, но, блин. Он залез на тебя извиняться? Конечно, он услышал про усыпление и понял, что... что все очень плохо у него. Можешь его кастрировать сначала, а потом усыпить. А, после 9 лет? Или сколько ему лет? Ну, 17 лет, наверное. Ну, БСП, ты знаешь, для него это уже не очень актуальная угроза. Ну, хрен знает. Но это все равно, что пообещать кастрировать 90-летнего деда. Найдена новая цель. 2 урон, 2 обоймы. Ой, Бонич, актеры из района номер 9 все начинают вести агрессивно. Что такое? Что мы сегодня не пройдем, я что-то немножко утомился даже уже. Да нет, ты чё, я вообще полон сил. Мы 2 часа уже. Давай сейчас еще часок и не больше. Так мы пройдем за часок. Да? Чё не уверен. Так это бесконечная игра. Если не можно... Да, тут я тоже 3 козла, которые регенятся. Регенятся? Да. В каком смысле регенятся? Ну, если ты помнишь, мы от них на корабле убивали, и они как бы, ты их отрезаешь конечности, а они самозаживляются потом. А-а-а, классные ребята. Что делать будем? Для начала проиграем видеосообщение. Да ладно. Я надеюсь, ты запомнил все. Охренеть. Ну, Бонич, давай. А теперь валим нас, блин. Задание выполнено? Так просто? Я не знаю, я убегаю. Написано, что задание выполнено, прикинь. Так, ну что, это было доп. Задание, да? Понятно. Это было легко, в принципе. Вообще. Еще 3 таких же. Бонич, давай иди взламывай. Кого? Здорово, пойдем, дверь. Какую за дверь? Тебя, Бонич. И тебя. Да. Подлечись. Взламывай. Взламывай дверь. Какую дверь? Встань, приз на меня. Взламывай дверь. Я пытаюсь продержу. Быстро. Ты что делаешь? Не, игра свернулась. Лол. Я не знаю, что я тогда нажал. Вон, 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 слева. Все, давай, начинаем. Давай, у тебя 30 секунд. Почему 30? Ладно, грудь 10. Все, взломал. Сломал. Слышь, поехали. Куда? Беги. Бегу. Так, иди наверх, пойдем. Наверх. Понял, летим. Ой, господи. Как же страшно-то. Прилетел? Слушай, у меня какие-то... проблема с ориентацией пространства, я не понимаю, что происходит. Бонич, давай, ну куда? А ты где? На мост, скорее. Свети мне, свети. Блин, вообще жесть. С этой игрой можно реально с ума сойти.
Только если ты бы не вот. Выход из нулевой игры. О, пацанчики. Атанил, давай, узкий проход, БСП. Это называется запили дверь, да? Они еще живы, ты хочешь сказать? Да. Быстро бежим. Серьезно, что ли? Да. Бежим. Побегай быстро. Подхилься. Или у тебя нечем? Есть чем, у меня последняя стоит с батареей осталась, вот в чем проблема. У меня еще есть. Ой, ё. Это нам сейчас нужно мелодию угадывать будет, да? Да, с Валдисом Петельшем. Можешь начинать. Какая беда. Ты помнишь там? Тыр-тыр-тыр. Я только что проигралась. Нет. Для особо одаренных там даже субтитры есть. Ну это совсем легко как-то уже. Я на слух, я без. Да, конечно. Я видел, у тебя на стриме субтитры были. Ну были, я не смотрел на них. Сейчас будет замес замесов. Ну кажется, это уже финал, ВСП. Прям вот очень похоже на финиту ля комедию. Правда же? И чё? Что происходит, БСП? Все улетело. Ну давай за всем полетим. Просто за тобой. Эй-эй. Это где? Ты где? Ты где? Я ни хрен не знаю. Так, дальше. Ты взлетел, но нам наверх надо, я так понял. Наверх? Ты уже. Ты еще понимаешь, где вверх, где низ? Полетели за мной, Бонич. Да я стараюсь. БСП, ты тут? БСП, где я? А ты? БСП! Я? Там, где надо. А я? А нет, ну там, где надо еще. Я лечу. Ну, по компасу лети просто, Бонич. Меня кто-то стреляет. Бонич, просто лети по компасу, не стреляй. Подожди, у меня проблема. Прилетел? Нет. Ну лети по компасу, я тебе говорю. Лечу, лечу. Лечу по компасу. Я не могу туда попасть. Лол. Сюда же? Сюда. Тут, кстати, можно робота выпустить. Не хочешь? Нет. Понял. Ты уже там что-то расшифровываешь? Угу. О, здорово, Батур. Опять? Из нулевой гравитации. Болевая реакция, что за хрень? Диски на полу прокачивает наша ТК, это было больно до жути. Издержки профессии. Может, Стазис прокачивается, сам попробуй. Что? Че он несет? Я не... Ну, диски на полу Стазис прокачивает. И все, я... мы прокачали нашу тачку? Нет. Они только пока мы на нем находимся. О, аптеченьки. Это хорошо. Ой-ой-ой, у нас гости. Ползет всякая хрена тень. Я что-то завел. Старую пластинку завел. К станку не хочешь подходить, да? Я лифт вызвал вообще. Ты молодец. Стандартная компактная станция. А мне
не можем все эти станины попродавать к черту? Можем. За ресурсы. Можем? Можем. Кажется, это почти победа, БСП. А тебя не смущают эти здоровенные хрени по бокам? Ёперный балет! Это мы с ними будем драться? Я сразу, может, сдамся. В этой игре есть функция сдаться? Без кодекса остается лишь предполагать, что машину сначала необходимо открыть, прежде чем сможем внести в нее изменения. Очень круто. Что делаем, БСП? Ну, у меня есть пара идей. Точнее, одна. Пойдем, внесем изменения в архитектурный ансамбль. Это головоломка, поэтому тебе, Ириш, решать придется. Ну ладно, серьезно, опять? Да. Во что, просто нужно нажать одну кнопку и все. Лифт же работает, БСП. Зачем вам все это? Так, стоп. Что нужно сделать? Я пока не совсем понимаю вообще, что. Ну я понимаю, но я тебе пока нужно не буду приковать говорить. Ее цепями, что ли? Так, она поднимается. Ну что, и выпрямляется, и что? Понял, всегда будь внимательным. Я стараюсь сейчас. Ну да, они меняют свою форму. Поднялась только одна почему-то. А, я могу управлять сам, да, как хочу. Понял. Я поржу, если Бонни решит головоломку, не зная сам этого. Может быть, их нужно все соединить? Ну, ты почти угадал. Теперь, ладно, ребят, давайте они просто не будут. Бончик, повернись назад, пожалуйста. О май гад, твою мать. Так, их нужно раз... Так, понял. Значит, эти вот так. Чё она не хочет? Сказал вот... Так. Она падает, БСП. Ну и хрен с ним, пусть падает. Вот похоже же. Ну похоже ведь. Угу. Ты будешь вставлять или я? Кого вставлять? Кого вставлять? Я не знаю, что происходит, но очень, уже очень страшно. Метель. Карвер, ты видел, какая хрень классная? У нас в парке аттракционов такая же была. Это все машина. Ты же инженер, как нам починить эту загогулину? Мы будем исследовать наводкам Серрана и перенастроим машину. Мы как раз наткнулись на тоннель, ведущий в самое сердце города. Если где-то есть центр управления кодексом, то это он. Встретимся там. Может, мы на сегодня закончим? Как хочешь. Ну ты как думаешь, просто ты. Вот следующая точно финальная будет, я думаю уже. Нет, конечно нет, следующая тоже будет не финальная. Давай, давай, без проблем. Нет, просто у меня уже час ночи, я немножко такой. Немножко тебя подрубает. Ну все, давай тогда, ребятушки. На этой радостной ноте выходи первый. Главное сохраниться. Да, сохранить и выйти, выходи. То есть мы можем даже в принципе завтра, если ты можешь. Можем. Посмотрим. Где-нибудь днем или что-нибудь еще, типа того. Окей, ладно, завтра решим. Да, я думаю, там уже нам совсем немножко осталось. Я думаю, да, там час-полтора, не больше. Это так, как раз, как бы. Есть, учитывая, да. Что, скорее всего, там будут у нас еще фейлы, и это растянется еще на 2 часа, поэтому, как бы... Да. Ну что, пупсики, давайте тогда до новых радостных встреч.
Мы всех победим, обязательно. Три очка не отдадим. Silent Hill и Resident Evil. Да, мы не будем голосовать. Мы в обе игры пройдем. Че париться-то? Все, напарник. Да, иди спать. Напарник уже спокойной ночи, хороших снов. Тя-тя-тя тебе и... Тя-тя-тя тебе и этого, как его. Регенерирующего конечности, пацана. Ара, эра. Давай, Ара, иди спать. Всем пока, счастливо. Пока. Все, друзья, завтра, возможно, закончим, тем более, что осталось совсем немножко. Всего вам доброго!